вся родня моя, именно с моей стороны, вся родня находится на Украине. Есть именно, если просто чисто по моей линии, то есть мои братья, сестры, угу. если считать еще там двоюродные, троюродные. Когда случились эти все события, вот именно в феврале, до февраля я еще не очень звонил, потому что в начале февраля мне сначала позвонила мать, мы с ней разговаривали, как там жизнь, как что. Я с сестрой разговаривал, которая сказала, говорит, а ты знаешь, говорит, а бандеровцы сейчас у нас герои здесь. Их прославляют, их награждают. Я говорю, а с какой стати? Ну, в общем, разговор такой был, потому что не было известно, что там впереди еще будет. Но когда уже после 22 февраля, когда там начались события на Майдане, вот эти убийства, то есть то, что мы видели по телевизору, 23-го я позвонил сестре, потому что испугался, вдруг что-то с родственниками. Позвонил сестре, и понимаете, мне было, я сначала был в шоке, когда она ничего не сказала, я только поздоровался, как дела, как жизнь, что у вас там случилось. Она мне выдала такую тираду страшную. По поводу? Она сказала, Россия хочет нас захватить, ваш Путин. Он войска направил в Россию, то есть в Украину. Ну, получилось так, что с ее слов дальше такая тирада, что я даже сам не мог понять. Потому что она разговаривала на украинском, и я немножко от украинского языка такого быстрого, иногда, что привык уже. Тяжело, да. И резко, то есть этот разговор происходил где-то минуты полторы. Я, когда ее остановил, говорю, подожди, говорю, дай слово хоть сказать. Вот, она сразу отключилась. Или ее отключили, мобильную связь, или она сама отключилась. Я стал ей перезванивать. Бесполезно было. Недоступен, недоступен, недоступен. Что у меня проживает? Племянниц много. Бо у нас было у мамы 7 нас. Так что у нас племянниц. Там у меня еще осталось 2 сестры младших моих. И один брат. Ага. Племянники, племянники, племянники. Скажите, пожалуйста, следите ли вы за ситуацией на Украине? Вообще, как к этому ко всему относитесь? Как отношусь? Конечно, с болью. И плачу, и ну как отношусь? Конечно, сколько там у меня всех, у всей родни осталось. Угу. Скажите, вот общаетесь, поддерживаете? Ну, по интернету поддерживаем, а так по телефону нет, не берут телефон. А вообще, как ваши родственники относятся? То есть появились ли проблемы? Вони вообще ничего не говорят. Вообще, чуть-чуть написали. Мама умерла, написали. Сестра умерла, написали. И все. Больше никаких этих, никаких ни новостей, никаких ни комментариев, никак, ничего. А так всегда было или вот только после? Нет, конечно, не всегда. Мы всегда созванивались и в праздники, и так, и созванивались. Как много у вас, лично у вас, близких, родных, друзей, знакомых на Украине вот сейчас? И поддерживаете ли вы связь? Достаточно много, очень много просто знакомых, очень хороших знакомых и близких. Связь, ну, в принципе, с событиями на Украине ничего не изменилось между нами. Вот говорят, что там как-то меняются люди, даже родственники ругаются. Нет, этого не произошло. Просто вот в душе какой-то вот поселился такой вот, знаете, страх. Страх за то, что с ними там будет. Да. У меня тетя родная по отцовской линии с двоюродным братом живет в Одессе, недалеко от вокзала, недалеко от привоза. Вот. И как раз вот эти вот все события 3 мая недалеко происходили. Ну, было жутко, просто невероятно жутко. Смотрите, мы подозреваем, что не выходят на связь. Вот по той причине, допустим, у меня есть очень близкий знакомый, мужчина, с которым у меня раньше был гражданский брак. Он уехал к пожилым родителям на Украину, не смог оттуда вернуться. И он вообще 10 дней на связь не выходил, они просто боятся, потому что телефоны прослушиваются, любая информация, они боятся даже по интернету связываться. Насколько мы разговаривали вот с людьми на эту тему, поддерживают то, что
ну как сказать, не поддерживают майдановцев, не поддерживают бандеровцев, это однозначно. И все наши разговоры выливаются в то, что рейтинг Владимира Владимировича вот в связи с ситуацией на Украине поднялся вот необычайно высоко. Многие очень много плюсов поставили. То есть, если раньше были какие-то моменты, по которым относились позитивно, а где-то и негативно, сами понимаете, же в селе, что происходит, виним кого? Естественно, правительство. То на данный момент рейтинг очень высоко поднялся. То есть, вот уважать, вот просто за вот эту вот твердую позицию стали...